Оля, представляешь, он мне совсем подарки не дарит. Да мне такая же ситуация, представляешь? Блин, братан, я уже в свой месяц ничего не дарил. Вообще капец идея. Даже не знаю, что делать. Да не переживай, придумаем что-нибудь. Представляешь, вчера гуляли как кристалл, я видел такое прикольное платье. Я мне его не купил. Какой кошмар. Представляешь, гуляли вчера со своей по магазинам, она мне тычет пальцем на... тычет на платье. Я смотрю ценник, а там 50 косарей. Ну откуда у меня такие деньги? Я же студент. Смотри, Крис уже третий раз за год уехала на море. Блин, а мы когда поедем? У меня есть идея. А помнишь, от института нам в Китай предлагали сгонять по обмену? Да. Так вот, давай своим девчонкам предложим. Классная идея. Китай. Вот потом подарки подарить им. Китай, это вообще шикарно. Пойдем он скажет? Пойдем. Блин, они опять без подарков. Привет. В общем, девчата, у нас для вас сюрприз. Какой? Мы с вами летим в другую страну. В Китай, между прочим. Завтра в 10 будет. Пойдемте собираться. Пойдемте. Блин, бедная стюардесса. Она видит мир только из окошка самолетика. О, слушайте, ребята, сфоткайте нас. Давай. Не надо? Подожди. Подожди, не надо. Зачем? Ты что делаешь? В общем, давайте вы сами тут разберетесь, я пока договорюсь по поводу номера. Хорошо. Здравствуйте, мы студенты по обмену. Нам нужен номер на 4 человек, желательно люкс, с видом на море, с барной стойкой и с водным матрасом. Прибудьте Богу хвалу, Ян. Я говорю, нам на 4 человек номер нужен. Прибудьте, Вы меня вообще понимаете? Тут есть кто-нибудь, кто меня понимает? Опять эти туристы, надоело уже. Добрый вечер, чем могу помочь? Здравствуйте, мы студенты по обмену, нам нужен номер для 4 человек. Желательно люкс, с видом на море, барной стойкой и бильярдом. Есть у вас такой? Опять эти студенты, денег не гроша. Что? Я говорю, наши люксусы заняты. Я могу вам предложить что-нибудь получше даже. Пройдемте посмотрим. Пошли. Ребята, я договорился. Ура! Я тут в одном журнале вижу, что в этом отеле отдыхал сам Путин, и весь персонал разговаривает на всех языках мира. Блин, капец, я даже русский-то еще не выучила. Ага, размешался на всех языках мира. И только сегодня в нашем ресторане весь персонал разговаривает только на китайском языке. Приятного вечера. Прикольно. Ага, китайский, шмитайский. Все сейчас нормально будет. Нормально дело, нормально будет. Здравствуйте, дорогие друзья. Тёма? Ты как тут? Вот это встреча, братан. Даня, ты помнишь? Тёма? А, помню. Артём, третий курс. У него здесь своя вилла была. И Бугатти.
Я в Инстаграме видел. Знаешь, как бывает обычно. Все когда-то заканчивается. Вот и вилы с Бугатти закончились. Поэтому тут и работаю. Ты помнишь, как мы на первом курсе сценки интересные ставили? Ну, веселись было дело. Только одна отдушина и осталась. Я тут, между прочим, аниматором подрабатываю. Праздники устраиваю. И знаете что? Только сегодня и только для вас. У нас, в нашем маленьком ресторанчике, происходит конкурс танцевальный. Победителем настоящий китайский стол за счет заведения. Ну что, поучаствуем? Конечно. Правда? Правда? Готовы? Да, конечно. Вот тогда музыку. Образование. Направление – хореография.
Номинация «Классический танец», группа А. Вариация «Авроры» из балета «Пробуждение Флоры». На сцене Маргарита Мазина.